Сразу в 12 регионах России Федеральная служба безопасности провела операцию, по итогам которой объявлена обезврежена крупная группировка, поставлявшая в нашу страну оружие из стран Евросоюза и с Украины. Организаторов банды задержали в Смоленске, когда они пытались продать очередную партию. Трое из участников преступного сообщества оказались действующими сотрудниками полиции. Изъято около 150 единиц разного оружия, в том числе автомата Калашникова, пулемета, карабины, винтовки, пистолеты с глушителями, гранатомет, а также более 2500 боеприпасов и как минимум 10 килограммов взрывчатки с детонаторами. Ликвидировано 4 цеха и 2 мастерских, где преступники изготавливали и модернизировали свой товар. Обнаружено много поддельных документов на автомобиле и номерные знаки.